Помню, в далеком детстве, в один из обычных воскресных дней, случилось невероятное. Мама зашла ко мне в комнату и сказала: «Доченька, может, я тебя когда чем обидела? Прости меня». Моему изумлению не было предела. Что случилось с мамой? Она пояснила, что день сегодня особенный, прощенное воскресенье, и все друг у друга должны просить прощения. Мне тогда это очень понравилось, хотя и показалось игрой. Просишь прощения и получаешь удовольствие, в том числе от недоумения человека. Застаешь его врасплох и вроде как выигрываешь, а он теряется и вроде проигрывает. Понятно, что почти ничего христианского в той игре под названием «Попроси прощения» у меня не было. Кроме того, что просить надо было не куклу, не книжку, а что-то очень важное и нематериальное – прощение. Но уже тогда детское сердце все-таки чуяло истину, хотя просьба о прощении произносилась будто бы понарошку. С тех пор минуло много лет, многое изменилось в нашем обществе, и сегодня немало людей просят друг у друга прощения накануне Великого Поста осознанно, по-христиански, понимая, что они делают и зачем. Но нельзя сказать, что та детская игра прекратилась в наши дни. Более того, в нее и поныне продолжают играть даже взрослые люди. И на сегодняшнем уроке православия отделить зерна от плевел в прощенное воскресенье нам поможет протоиерей Андрей Канев. Ярким примером таких взрослых, просительных и прощательных игр могут стать, например, те СМС-сообщения, которые по сотовым телефонам рассылаются именно в прощенное воскресенье. Они как товар, на который обязательно найдется свой купец, и он находится, выкладывается на некоторых сайтах. Мол, пользуйтесь, не жалко. Желаю вам за стол присесть, блинов с икорочкой поесть, сжечь бабу, зиму проводить. И меня прошу за все простить. Или другой вариант, такой прощенный в кавычках смс-ки. Цветов в душе, блинов на угощение, а я за все прошу прощения. Опасность таких графоманских посланий заключается не только в том, что они бесплодны с художественной точки зрения. Подобные перлы профанируют саму идею прощенного воскресения, уводя людей от темы самоисследования, самоосуждения и покаяния на страну далече, потому что только там в пищу заблудившемуся предлагают корм для свиней, в данном случае рожцы смс-ок. И больно получать подобные сообщения, и страшно, если мы сами их отправляем. В далеком и благочестивом прошлом наши предки в канун Великого Поста исполняли этот обряд высочайшего смирения иначе. Старший и властный просил прощения у последнего и ничтожного. С закатом солнца, но до того, как погаснет вечерняя заря, ходили христиане из дома в дом, с преклоненной головой, тихим голосом выпрашивая прощения, особенно у тех, кому чаще других наносили в этом году обиды и огорчения. Покорно кланялись они в ноги и покорно ожидали отпущения поцелуем в уста, а на слове «прости меня» отвечали: «Бог простит, меня прости». Но, к сожалению, в широко распространенных сегодня представлениях о Масленице и особенно в современных попытках воспроизводить какие-то ее элементы оказываются лишь развлекательные части масленичной недели. А вот другая ее часть, приходящаяся на завершение Масленицы, обычай просить перед Великим Постом друг у друга прощения, если соблюдается, то больше по форме и совсем не соответствует христианскому духу. И потому многие люди, играя в конце сырной недели в прошение прощений, не чувствуют в своей душе потребности переходить к решению тех духовных задач, которые ставит перед всеми нами Великий Пост. Действительно, в наше время встречается тоже, ведь всегда такое явление, ведь форму соблюсти всегда проще, чем попробовать узнать сердцевину этой самой формы и попробовать эту форму залить, так скажем, этой самой сердцевиной. Это труднее. Но это необходимо. И учителя церкви как раз и учат нас тому, что вот этот самый день,
Это не просто традиция древнего египетского монастыря, когда все попрощались и разошлись на Великий пост, как мы обычно так вспоминаем. Все гораздо глубже.